Тюменские полицейские освободили заложника. Оперативникам стало известно, что жительницу Тюмени похитили неизвестные и требовали выкуп у родственников 5 миллионов рублей. 26 марта двое злоумышленников выследили женщину и под обманным предлогом предложили сесть в свой автомобиль. Затем вывезли в безлюдное место и, угрожая ножом, увезли на съемную квартиру. Более суток потерпевшая провела у батареи, привязанная скотчем. Похитителей задержали при передаче выкупа. Тюменку освободили. Ими оказались местные жители, один из которых ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение убийства. Задержанный доставлен в управление области для проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.